В Высшей школе инновационного менеджмента при главе республики начались курсы по проектному управлению. Переподготовку проходят все министры, руководители и начальники ведомств. Напомним, по инициативе главы Якутии Егора Борисова с этого года в органах исполнительной власти внедряется проектное управление. Международный опыт руководства и управления уже успешно реализуется в органах исполнительной власти, федерального центра и субъектов России. Проектное управление – инструмент организации задач для достижения результата в рамках конкретного бюджета. Проектные задачи имеют четкое начало и конец. Курсы переподготовки ведет группа компаний «Проектная практика». Республике принято очень правильное, разумное решение начинать обучение с высшего руководства для того, чтобы у всех руководителей верхнего уровня, высшего звена было одинаковое понимание, что такое проектный менеджмент, как он работает, какие принципы лежат в основе, и чтобы в дальнейшем руководители высокого уровня выступали зрелыми заказчиками этой системы, поскольку глава республики сказал, проектное управление – это хороший инструмент для реализации и социальных задач, и других задач региона, и мы его будем транслировать вплоть до уровня муниципалитетов и отдельных сел и городов.